Друзья, теперь рассказываю, что было. Я пытался открыть без повреждений, ну или, как сказать, извлечь стекло. Как вы видите, у меня нифига не получилось. Я рамочку алюминиевую ободрал. Ее, конечно, можно зашкурить. Можно так оставить. Кому как. Все равно в кармане зашлифуется. Главное, чего я добился. Первое, я поменял стекло. У меня было стекло старого поколения, которое, говорят, намного слабее по поверхности. Новое якобы сверху лучше. Ну, не знаю. Поживем, увидим. Поскольку я не приклеил двухсторонний скотч, вы видите, да, что у меня стекло оказалось внутри, утоплено. Так что я надеюсь, что это поможет стеклу не царапаться. Аппарат жены, к сожалению, на работе, который с пока не замененным стеклом, и сравнить разницу сложно, но на глазок разница есть. Стекло реально утонуло глубже. Будет ли это как-то там мешать в работе камеры, я думаю, не будет. Вот, мы видим, что все хорошо. Прозрачность стекла обалденная, на качество снимков никак не повлияло, и на макро, надеюсь, тоже. Да, он видит и вблизи, и вдали. Сейчас мы его на монитор перестроим. Пожалуйста. Так что стекло заменено. Рамочку алюминиевую я, конечно, похезал, но, слава богу, у меня аппарат серенький, так что на сереньком, похезанность серенькой будет, в принципе, не видна, а в кармане затрется, так и вообще станет такой же. Главное, что теперь, поскольку стекло утонуло, я могу носить его без чехла, поскольку до этого я, нося без чехла, его захезал, и решил, что пока не оклемаю его более-менее, буду таскать в чехле, который вы, надеюсь, видели. Вот, да? Теперь как бы он мне не обязателен, теперь могу и без него. Как раз он у меня вон уже трескаться начинает от постоянного всовывания-вынимания, так что я теперь смогу и без него жить. Ну а так, как вы видели, геморройный процесс. 95.00 намного проще стекло меняется, там есть где подцепить. Здесь у нас подцепить не за что. У нас везде это дело все заподлицо идеально притерто. То есть тут вроде как и хорошо, а вроде как и не очень хорошо. То есть, как у меня говорил напарник, много хорошо тоже нехорошо. Потому что настолько идеально притерто, что там некуда даже всунуть хотя бы лезвие или хотя бы, не знаю, капельку спирта вогнать.
Просто идеально четкое совпадение по периметру. А липучки такого маленького размера у меня нету. Может, где-то в навороченных сервисах это все есть. Напоминаю, я как бы не сервис, я человек. Я пробую, можно ли чинить вещи в домашних условиях. И понимаю, что это чинить в домашних условиях геморрой. 95.00 легко. Есть видео на канале, а здесь стекло поменять, не разломав его, сложно. Потому что единственный вариант, как я его поменял, это я немножечко сделал в нем дырочку. Технологическое отверстие, скажем так. Только благодаря тому, что я отколол кусочек стекла, я смог его вытащить. То есть снять стекло отсюда, не повредив, лично я не смог. Даже не помогло то, что я его грел вот этим вот аппаратом. Грел до 90 градусов, больше боюсь, чтобы, не знаю, там может что повреждаться начнет. И не помогло. Так что вот, поменять, поменял, фоткать будет лучше, да, лучше. Благо я сейчас с этим аппаратом хожу, мне это как раз в тему. То есть сейчас фотки станут намного лучше, потому что у меня было все затерто. Все, всем пока, удачи, чао. Это была замена не очень удачного стекла на аппарате Blackview BV9600 Pro. Всем пока.